Елена Антропова, «Северный клубок», глава 10. Соловки на соль ловки. Твердь земная на нашем море, говорили поморы о Соловецких островах. Разные легенды хранили они из древней древности о происхождении островов и их наименование. Одни рассказывали, что в старые времена назвали самый большой остров по певчей птице соловьем. Хотя соловей в северных лесах не водится, но дивным пением и у нас знатен. По легенде, поморы, когда высадились на незнакомые острова в Белом море, обрадовались, что спаслись, и запели. Это название «Соловец», то есть «Соловей», самое древнее. Большой Соловецкий остров – пуп Белого моря, говорили они, остальные острова – кольцом вокруг него. Еще более распространена легенда о том, что Соловецкими прозваны острова по соли. Много соливарен было у Соловецкого монастыря, самого крупного на севере и самого знаменитого в России. Это легенды. Есть и ученые загадки названия. Одни ученые говорят, соловки от финского «сало» – глухой безлюдный лес, и «суоло» – саамское – остров. Другие от русского «соловой» – это значит желтовато-серый, мутный, белесый. Мне эта догадка тоже нравится. Разве эти острова белесые, желтовато-серые? – усомнился непоседа. Конечно, нет, – возразила Утятовна. А ты представь себя мореходом. Плывешь ты по Белому морю бескрайнему. Вдруг вдали, в тумане, какие-то пятна проступают. Мутные, белесые, ближе желтовато-серые. Может, остров, а может, нет? Может, земля, эти пятна соловые, гадает помор, подплывает ближе. Ну, точно, земля, острова эти пятна соловые. Соловки. Похоже на правду, согласился Любознайка. Правда и похоже не одно и то же, вздохнула Утятовна. Есть и другая ученая разгадка. Соловцы – белоголовые волны, читаем мы в словаре Даля. Может, островами белоголовых волн называли поморы скалистые соловки, о берега которых разбивались пенистые волны прибоя. Красиво, сказал непоседа. Куда плывем? На острова белоголовых волн. Почти как сказка, удивился Любознайка. В Колдовском заливе на острове белоголовых волн стоял монастырь, а в переводе на современный язык в Белом море – соловки. Ага, а по берегам Колдовского залива была страна Биармия, где жили чудики, лопики, самоеды, еле пили, соль варили, чудеса. И все на самом деле, продолжил непоседа. Историю Соловецкого монастыря я рассказывать не буду. Сами в шпаргалушках прочтете, сказала Утятовна. Возникла Соловецкая обитель, монастырь в 15 веке. А про то, как соль варили, расскажу. На всех берегах Белого моря были поселения, принадлежащие Соловецкому монастырю. Во многих из них монастырские варницы, усолья. Варили соль из морской воды, но больше ценилась соль из подземных соляных ключей и скважин. Поиски рассольных мест и ключей, соляных месторождений велись по всему северу. Начало солеварения из соляных источников положило Нёнокса, северное селение, которое старше Соловецкого монастыря почти на 100 лет. Ученые предполагают, что первые соляные варницы в Нёноксе принадлежали чуди. Нёнокшане поморскую пословицу о море по-своему переиначили. На рассоле наше поле. В Нёноксе вываривалась половина всей беломорской соли. Соль из морской воды называлась морянка. Из соляных источников – колодезная, ключевка. В житии святого Зосимы Соловецкого о солеварении говорится. «И дров множество секуши готовляху, и воду от моря черпляху,
и тако соль варяху, приготовляху и паяху торжникам на куплю. 15 век. А как варяху? Не вытерпел непоседа. Да ковды иди-ка туды, рассердилась Утя Утятовна. На соловец будешь соли ловец, напомин легки, звать годовики. И только сказала, как ребят вихрем умчала. Ой, ай, только поминай.